Здравствуйте, вы смотрите информационную программу «Республика» в студии Родион Архипов. Коротко о главном. Единый день голосования. Как прошли дополнительные выборы в Чувашии? Социальное развитие села. В Комсомольском районе старую школу превратили в образовательный комплекс. «Я выбираю спорт». Чувашские школьники приняли участие во всероссийской акции. В минувшее воскресенье страна голосовала. В России прошли около 7 тысяч выборов разных уровней. Кого и где выбирали в нашей республике и как прошел единый день голосования в следующем репортаже. С 8 утра и до 8 вечера на 149 избирательных участках республики шло голосование. Выбирали 10 глав разных поселений, 7 депутатов районного уровня и 16 представителей собраний депутатов поселенческого уровня. А в Козловском районе выбирали, кто будет представлять район в Госсовете республики. На выборах в Госсовет победил Никаноров Александр Николаевич с большим перевесом. Он набрал почти 68% голосов. А на остальных выборах из 33 мандатов 27 получили кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия». Один мандат, это в Красноармейском районе, получила партия КПРФ. И 5 самовыдвиженцев победили на различных выборах. Основной результат этих выборов – то, что они прошли в спокойной, такой вот компромиссной, бесконфликтной обстановке. Жалоб было минимальное количество. В выборах могли поучаствовать около 57 тысяч избирателей. Однако голосовать пришли чуть более половины. Вероятно, другая половина избирательным участкам предпочла грядки. Явка на выборах была порядка 57,5%. По нашему мнению, во многом в этом виноват сентябрь. Если бы выборы проходили в другое время, то явка должна была быть процентов на 10 выше. Перенести единый день голосования на более удачное время можно, однако решают это на федеральном уровне. Судя по всему, пока об этом речь не идет. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. Сократить звенья в цепочке «Поле-потребитель» призваны ярмарки сельхозпродукции «Дары осени». Сегодня на еженедельном совещании у главы Чувашии обсуждали ситуацию с полевыми работами и сроки, в которые урожай доходит до потребителей. По данным, на 6 сентября в России убрано 67% посевных площадей. В Чувашии более 97%. 12 районов уже завершили полевые работы. В Алаторском, Цивильском и Чебоксарском они подходят к концу. Продолжается уборка картофеля. Наибольшая урожайность старого хлеба в Урмарском, Марпасадском и Чебоксарском районах. Большие коррективы в работы вносит погода. Только за прошлую неделю выпало 120% месячной нормы. Тем не менее, многие хозяйства уже приступили к севу озимых. В Вяльчекском районе полностью завершили уже и посевные работы. В городах и районах республики на 38 площадках открылись ярмарки по продаже сельхозпродукции. Приняли участие производители из 10 районов республики. Это Алекский, Батырский, Вурнарский, Ибрейский, Козловский, Красноармейский, Маргаушский, Ядерский, Яльческий, Янческий районы. К сожалению, недостаточно были представлены сельхозтоваропроизводители, в том числе крупными фермерскими хозяйствами. Конечно, здесь, может быть, сказалось и то, что полевые работы, погодные условия были неплохие в эти дни, и поэтому занимались уборкой урожая, в том числе картофеля, овощей. Основной продукт для горожан – картофель. Торговые места товаропроизводителям представлены бесплатно. Как отмечают организаторы, в этом году ярмарочные цены на сельхозпродукцию на 40% ниже, чем в магазинах. Пенсионерам и льготникам обещают доставку запасов до дома. Вчера было не 3 единицы техники, вчера работало 6 единиц техники. В следующие выходные мы организуем, что на каждом рынке будет не менее 2 единиц. Будет необходимость, в ручном режиме отрегулируем, выставим еще. И делаем упор сейчас на организацию торговли во дворах. Наладьте систему. Система должна работать. Подключайте волонтеров, волонтерское движение в городе у нас было. Восстановите все это дело. Есть депутаты по своим округам. Вот здесь чуткое внимание к своим жителям у городских властей должно быть. У вас есть муниципальные предприятия, учреждения. Попросите их, от этого они не обеднеют. И сделайте соответствующее благо. Обсудили министры прошедшую летнюю оздоровительную кампанию. В 25 загородных лагерях отдохнули почти 90 тысяч детей.
В этом году заработало 3 новых загородных оздоровительных учреждения. Кроме этого, отдых организовывался и в лагерях других форм собственности. И в целом, если говорить о уменьшении количества детей школьного возраста почти на 6 тысяч человек, то во всех лагерях увеличилось количество детей, которые прошли оздоровление. Это и загородные стационарные лагеря, пришкольные лагеря, лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря и также лагеря на базе учреждений социального обслуживания. Негативные моменты тоже затронули. Управлением Роспотребнадзора выписано более 450 постановлений о нарушениях. Уплачены штрафы почти на 1 миллион рублей. Некоторые лагеря открылись без разрешений. Но после того, как были исправлены все недоделки, они вновь приняли отдыхающих. Не обошлось в этом году без скандалов. На всю страну стал известен лагерь «Золотой колос», в котором вожатые издевались над своими подопечными. Глава Чувашии поручил всем заинтересованным ведомствам в следующем году организовать подготовительную работу так, чтобы ситуация не повторилась. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня глава Чувашии провел рабочее совещание с руководителями муниципалитетов республики. В режиме видеоконференции обсудили, как проверить соответствие товаров, работ, услуг требованиям муниципальных контрактов. Продукты питания в образовательные учреждения поставляются в рамках муниципальных контрактов. Излишне говорить, что они должны соответствовать всем санитарным нормам. Еще одно условие – при проведении торгов покупатель обязан отдать предпочтение с наименьшей стоимостью. Однако дешевле отдают, как известно, либо некачественную продукцию, либо несоответствующую ГОСТу. Например, под видом масла сливочного предлагают спред. В этой связи мы рекомендуем привлекать для приемки этих товаров соответственно независимых экспертов для подтверждения качества поставляемой продукции, ну и, соответственно, соответствие ее государственному или муниципальному контракту. Но в качестве одного из основных, наверное, направлений здесь предлагаем привлекать в том числе для в части контроля за соответствием мясной продукции. Таким экспертом может выступать представители ветеринарии. Министр экономического развития рекомендовал главам муниципалитетов организации, которые могут проводить экспертную оценку. Кроме того, важным остается и контроль за ведением строительства. При Совете по инвестиционной политике будут создаваться экспертные и рабочие группы по общественному контролю за реализацией крупных социально значимых инвестиционных проектов в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обеспечения, культуры и искусства, туризма, физической культуры и спорта, которые получили государственную поддержку свыше 100 миллионов рублей. Первая экспертная группа, которая будет контролировать строительство индустриального парка, уже создана. Главы районов и городов республики готовы работать по таким правилам. Работа идет в этом плане, я думаю, лишним не будет. Для того, чтобы усилить контроль за качеством, прежде всего, поставленных продуктов питания. Ну и экспертные советы, которые рекомендованы на объект строительства, я думаю, это очень важно, и мы их тоже будем создавать. Мы уже работаем сразу же, спецслужбы даже без всяких, так сказать, соглашений, хотя заключили сейчас, формализовали. У нас проблем никаких не было, спецслужба нам всегда помогала. Если необходимость какая-то была что-то детализировать, какие-то дополнительные проверки, мы совместными, так сказать, усилиями это дело проводили. Закон о контрактной системе вступает в силу с 1 января 2014 года. Для того, чтобы он заработал в полной мере, создавать экспертные комиссии надо уже сейчас. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. Спасибо. К другим новостям. Новый учебный год в обновленной школе начали юные жители села Такаево Комсомольского района. Новоселье справили и такаевские малыши. Для них тоже нашлось место в образовательном комплексе. Наша съемочная группа своими глазами увидела, как работают новые технологии в образовании. Обернутые тетрадки, как снег-воротнички. Эти стихи с торжественных школьных линеек как нельзя более кстати. Фартуки и манжеты такаевских учениц действительно ослепляют. У нас было общешкольное родительское собрание, заседал попечительский совет, администрация школы. И, в общем, решили, что действительно с 1 сентября будет единая форма. И вот родители думали, учителя думали, и, в общем, пришли к единому мнению. У нас раньше тоже была школьная форма. У нас был черный костюм, значит, и у мальчиков, и у девочек. А сейчас решили, в общем, вот такого образца. И все почему
почему-то единогласно всем захотелось. С утра в школе поют и пляшут. Поводов для радости несколько. Во-первых, начался новый учебный год. Во-вторых, школа после реконструкции стала просторнее, светлее и уютнее. И могу сказать, что работали дружно работали с жителями, дружно, здесь активная у вас общественная организация, то есть такой общественный контроль был организован на объекте. Да, были небольшие неточности, допущенные проектными организациями при вот строительстве детского садика, но без лишних выяснений отношений все это было решено в рабочем процессе. Замечательные сроки реконструкции были на школе. В июне строители зашли на объект, а уже к сентябрю, к Дню знаний, школа была готова. По плану реконструкции к старой школе пристроили еще один корпус и дополнительный этаж. В результате появились большой спортивный зал, вместительная столовая с современным пищеблоком, новые классные кабинеты. В пристрое же разместились и дошкольные группы. В мини-детсад будут ходить 60 малышей. Впрочем, проблема решена лишь частично. Еще 70 такаевских детишек по-прежнему будут сидеть дома с бабушками. В скором времени и в школе станет тесно. После реконструкции ее вместительность увеличилась до 300 мест, а уже сейчас учеников 290. К тому же в Такаеве один из лучших демографических показателей. Рождаемость здесь в 3 раза превышает смертность. Придется работать с опережением, заметил премьер-министр правительства Чувашии. Ну, мы сейчас пристраиваться научились, а пристроимся еще. Дети будут, пристроимся, поэтому... Настроить. Рожать не надо стесняться, что школы не будет. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика. В Москве в эти дни проходит 18-я ежегодная конференция Международной ассоциации прокуроров. Это не политическая и не правительственная международная организация, объединяющая 250 тысяч блюстителей закона почти из 150 стран. Основной причиной создания стал быстрый рост транснациональной преступности, незаконного оборота наркотиков, отмывания доходов, полученных преступным путем. В этом году в работе примут участие более 800 участников, почти из 90 стран мира. Чувашию на конференции представляет прокурор Чувашской республики Владимир Метелин. Чебоксарские фанаты встретились со своим кумиром в бутике. Известный рэпер L1 приехал в столицу Чувашии с концертом, а за несколько часов до выступления устроил автограф-сессию. Встреча с артистом прошла в торговом центре «Каскад». Встретился с рэпером и Дмитрий Ковалев. Он хотел увидеть все красоты Чебоксар, но помешала погода. Весь день шел дождь, и Ливан решил отсидеться в гостинице. Из апартаментов артист вышел только вечером и направился в торговый центр. Правда, не за покупками. Именно здесь была назначена встреча с местными поклонниками. Но сначала певец вспомнил молодость и пообщался с фанатами в прямом эфире. Когда-то Ливан Горозия работал диджеем на радио, тоже в провинции. Хотя поначалу он грезил о большом спорте. В Якутии будущий рэпер входил в состав сборной республики по баскетболу. Из-за травмы бросил мяч и взялся за микрофон. О таком будущем Ливан и не мечтал. Став известным в Якутии, он решил покорить Москву и образовать новую группу. Завоевать любовь столичной публики артистам удалось. А песня из дебютного альбома даже стала саундтреком к фильму «Фантом». В прошлом году рэпер с головой ушел в сольное творчество. Вместе с командой Black Star Горозия решил показать всей стране новый уровень хип-хопа. Мы хотели изменить сознание людей, что... все возможно в этой жизни. Ну, то есть зачастую в русском рэпе было как? В нашей стране все плохо, у меня все плохо, я сижу в подъезде, вокруг наркотики, вокруг дебилы и так далее. А мы хотим привнести позитив именно в эту культуру, именно в эту музыку. Знаю, где-то есть тысячи мест, но я счастлив именно здесь. О Чебоксарах и местной культуре Ливан знает не понаслышке. Недавно он записал совместный трек с уроженцем Чувашии, не менее известным рэпером Карандашом. Хит оказался популярным. Потом артисты решили снять клип. Ну, в свое время, я когда жил в Якутске, я еще слушал его оттуда. Поэтому, то есть мы были наслышаны друг о друге, а в определенный момент пересеклись, познакомились. И в момент, когда он жил в Казахстане,
мы решили, что стоит уже пора что-то и записывать вместе, и записали совместную песню с Биксоном. В Чебоксарах L1 презентовал новый альбом, а недавно в сети появился и очередной клип. Местные поклонники пополнили свою коллекцию и автографами кумира. Певец их раздавал щедро. В Каскаде подобные встречи обещают организовывать и дальше. Торгово-развлекательный центр «Каскад Сити» совместно с гудком «Блэк Стар», как и обещали, очередной раз радует жителей нашего города. У нас сегодня в гостях был певец Элван, которого все не понаслышке знают по веселой песенке «Все танцуют локтями». В будущем мы также ожидаем всех звезд из состава «Блэк Стар Инк», поэтому приходите к нам почаще, и вы застанете такие сюрпризы. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, «Республика». Осенью этого года книжный фонд Чувашии пополнится еще одним уникальным экземпляром для тех, кто любит Чебоксары, дорожит достопримечательностями столицы и гордится своим городом. Наша программа по существу. Смотрите сразу после нашего выпуска. Я же с вами прощаюсь. До завтра. До свидания.